2 200 000 000 рублей направят на восстановление школ, детских садов, жилых домов в городе Красный Луч Луганской Народной Республики до 2025 года. Всего за 2 года отремонтируют 92 объекта, сообщил главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов. Территорию ранее отдали под шефство республики. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана, в 2023 году в Красном Луче восстановили 20 многоэтажных домов, некоторые соцобъекты, частично дом культуры и отдыха, а также коммунальную и энергетическую инфраструктуру. Уфа передала 5 единиц коммунальной техники. В этом году работы продолжат. На их выполнение направят 1 400 000 000 рублей федеральных и республиканских средств. Алексей Касьянов обратился с просьбой к властям Башкортостана об усилении контроля за подрядными организациями. Он подчеркнул, что последние нередко нарушают сроки исполнения контрактов.